каждым годом время бежит все быстрее и, кажется, уже не успевает за развитием технического прогресса. Для нас становятся привычными вещи, о которых мы всего несколько лет назад читали в фантастических романах. Но истинные ценности, тепло домашнего очага, уют родного дома и атмосфера комфорта всегда остаются неизменными. Сохранить тишину и тепло в наших домах помогают новые окна, одной из важнейших деталей которых является фурнитура. Компания ТБМ почти 20 лет занимается поставкой на рынок России, стран СНГ и Восточной Европы качественной фурнитуры мировых производителей. В 2007 году компанией был отмечен всплеск интереса производителей окон к экономичным вариантам фурнитуры европейского качества. Сомнений не оставалось. Необходимо двигаться в направлении разработки и производства качественной фурнитуры, не уступающей ведущим мировым производителям, но по более привлекательной для клиента цене. Исходя из этого, были сформулированы основные требования к новому продукту. Надежность, высокое качество, отвечающее всем техническим требованиям к светопрозрачным конструкциям, доступная цена, адаптированность к климатическим условиям России и стран СНГ, а также доступность в необходимых количествах и в нужное время. В ходе работы над проектом специалисты компании ТБМ посетили все известные заводы. Провели переговоры со всеми производителями оконной фурнитуры в Европе, Турции и Китае. Были проанализированы тысячи страниц каталогов и более 25 различных конструктивов фурнитуры, произведенные в разных странах. Посещены выставки в Европе, России, Азии. В результате поисков компания ТБМ остановилась на производителе заводе «Ковинопластика» из Словении. Словения – небольшая европейская страна, однако разнообразие ее природы и богатая история делают это государство одним из самых интересных районов Балкан. Горнолыжные курорты Юлийских Альп соседствуют с морским побережьем Адриатики. Живописные горные долины, бурные реки, чистейшие озера, фантастические водопады и многочисленные пещеры, многие из которых признаны всемирным достоянием ЮНЕСКО, поражают своей красотой. Фирма «Ковинопластика» существует с 1954 года и имеет огромный опыт производственной деятельности. Коллектив «Ковинопластика» отличается профессионализмом и полон энергии для решения сложных задач, а производственные мощности позволяют производить новый продукт и развиваться в перспективе. Ее партнерами являются такие известные фирмы, как автомобильные гиганты BMW, Saab, Porsche, для которых «Ковинопластика» производит отдельные детали на протяжении многих лет. С 1976 года «Ковинопластика» является поставщиком компании «Ротофранк», мирового лидера по производству и продаже фурнитуры. По сей день компании производят для «Ротофранк» фурнитуру «Ротокомпакт-С» и отдельные элементы фурнитуры «Рото-НТ». Причем на заводе существует полный цикл переработки, включая гальванизирование изделия. Завод «Ковинопластика» отличается высокой культурой производства, отвечает всем нормам и требованиям европейского сообщества, имеет сертификат ISO 9001 и опыт в производстве фурнитуры высокого класса. Первая партия фурнитуры «Интерника» была отправлена на испытание в Институт Розенхайм в Германии и испытательный центр «Замок» в России. Заключение было следующим. «Интерника» — достойный и конкурентоспособный продукт, сочетающий в себе лучшие качества европейской фурнитуры, но при этом крайне прост в монтаже и эксплуатации. Уважаемые партнеры, представляем вашему вниманию монтаж фурнитуры «Интерника» на поворотно-откидное окно ПВХ. Монтаж начинаем со сверления отверстий под петли. Для этого используем сверлильный шаблон для сверления отверстий под петли на раме. Настраиваем его под систему профиля. Наплав 20 мм, наплав 22 или 18 мм. Сверление отверстий для петель на раме осуществляем с помощью сверла диаметром 3 мм. Устанавливаем нижнюю петлю на раме и прикручиваем ее к раме с помощью шурупов 4 на 40 мм. Теперь устанавливаем верхнюю петлю на раме и прикручиваем ее к раме при помощи шурупов 4 на 40 мм. Поскольку мы работаем сейчас с рамой окна, рекомендуется сразу установить отвертые планки и упор блокиратора. Для установки отвертных планок и упора блокиратора мы рекомендуем использовать
специальные шаблоны, которые позволяют закрывать все типы разбира створок. Устанавливаем ответные планки на раму и упор блокиратора по установленному нами шаблону. И ответную планку. Убираем шаблон и прикручиваем ответные планки и упор блокиратора к раме при помощи шурупов 4х25. Теперь устанавливаем ответные планки со стороны петель. Без шаблона устанавливаем поворотно-откидную ответную планку. Итак, монтаж фурнитуры на раме окончен. Мы установили петлю на раме нижнюю, петлю на раме верхнюю, ответные планки, упор блокиратора, поворотно-откидную ответную планку. Переходим к монтажу фурнитуры на створке. Монтаж фурнитуры на створке начинаем с установки углового переключателя. Угловой переключатель рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы цамфа оказалась на стороне основного запора. Прикручиваем угловой переключатель к створке шурупами 4х25. Теперь устанавливаем нижний шпингалет поворотно-откидного запора. Далее устанавливаем поворотно-откидной основной запор. Предварительно мы укоротили его до обнима ножницев, до нужного нам типа размера. В данном случае мы имеем поворотно-откидной запор переменной ручки, укорачивается сверху и снизу. Теперь прикручиваем основной поворотно-откидной запор к створке шурупами 4х25. Прикручиваем от середины к краям. Теперь сдвигаем монтажную пластину углового переключателя на основной запор таким образом, чтобы мы могли закрутить шуруп. Аналогичную операцию производим со шпингалетом нижним. Устанавливаем блокировщик откидывания на створке. Устанавливаем ножницы на створке и средний запор. Из двух деталей получается одна, которую мы устанавливаем далее на створ. Сдвигаем соединительную пластину в сторону ножниц. Прикручиваем ножницы на створке шурупами 4х25. Прикручиваем средний запор к створке при помощи шурупов 4х25. Шаблон для петель на створке устанавливаем в зависимости от системы профиля 9 или 13 мм. В полученное отверстие устанавливаем нижнюю петлю на створке. Устанавливаем нижнюю петлю на створке при помощи шурупов 4х40. Далее производим установку ножниц на раме. Монтаж фурнитуры на створке закончен. Приступаем к навеске створки на раму. Для облегчения установки штифта в верхнюю петлю на раме используем ручку для того, чтобы мы могли сорвать фурнитуру из среднего транспортного положения. Устанавливаем штифт верхней петли на раме. Срываем фурнитуру из среднего транспортного положения. Итак, уважаемые партнеры, на этом монтаж фурнитуры Интерника на поворотно-откидное окно ПВХ закончен. Наша створка готова к установке стеклопакета и к дальнейшей установке световой проема. Ну вот, наше окно готово. Качество и надежность фурнитуры, простота монтажа и эксплуатации, безопасность и внешний вид.
Всему этому клиенты в последнее время уделяют все больше и больше внимания. Компания ТБМ представляет фурнитуру Интерника для окон и балконных дверей. Этот продукт был разработан и произведен по заказу и при непосредственном участии компании ТБМ на заводе Ковенопластик. Современном европейском предприятии, успешно развивающемся уже более 55 лет и имеющим полный технологический цикл. Фурнитура Интерника сочетает в себе технические решения, которые хорошо зарекомендовали себя на оконном рынке и обладают следующими особенностями. Простота и легкость монтажа обеспечивают до 10% экономии времени в производственном цикле. Специальное инновационное запатентованное покрытие Silber надежно защищает вашу фурнитуру от атмосферных воздействий. Блокиратор ошибочного действия позволяет осуществить функцию приподнимателя створки. Его конструкция универсальна, поэтому он может быть использован как для правого, так и для левого открывания. Это сокращает время при подборе элементов для монтажа и экономит складские площади. Легкую плавную работу фурнитуры обеспечивают вращающиеся цапфы и специальным образом перфорированная поверхность штульпа. Это уменьшает нагрузку на нее в процессе эксплуатации и продлевает срок жизни окна. Широкий диапазон регулировки позволяет исключить влияние на работу окна возможных неточностей в геометрии рамы или створки, допущенных при сварке профиля. Наличие дополнительной запорной цапфы на средних запорах рядом с верхней петлей позволяет осуществить дополнительный прижим в верхней части окна. Привлекательный внешний вид фурнитуры Интерника отвечает всем требованиям европейского дизайна. Наличие номера артикула на элементах фурнитуры облегчает заказ, подбор и хранение фурнитуры. Типоразмеры основных элементов позволяют при минимальном складском запасе обеспечивать изготовление всех популярных типоразмеров окна. Фурнитура сертифицирована испытательным центром «Замок» в России и в институте «Розенхайм» в Германии, что подтверждается соответствующими заключениями. Приобрести фурнитуру Интерника можно в офисах компании ТБМ, расположенной на всей территории России, Украины и Беларуси. Более подробно о фурнитуре Интерника вы можете узнать на сайте internica.tbm.ru.